Сегодня объявлены результаты конкурса на лучший социально значимый проект в области культуры. На суд жюри участники представили 8 авторских идей, которые могут украсить Уссурийский округ. Победителю удостоился гранта в сумме 300 тысяч рублей. Его получил проект фестиваля «Крохотный Уссурийск» в городском парке. Цель – развитие детского досуга, особенно для ребят из многодетных семей. Для этого в парке организуют подвижные забавы и развлечения для малышей. А главное, руководство учреждения планирует расширить поляну гномов, безопасный участок для игр, добавить малые архитектурные формы и лавочки для родителей. Второе место и грант в 100 тысяч рублей у Дома культуры «Авангард» из села Борисовки. Коллектив учреждения предложил организовать у себя театр кукол. Назовут его «Купеничка», как известный славянский оберег. Также 100 тысяч получила студия «Маска» театра драмы имени Веры Комиссаржевской. Третье место – библиотечный проект «Большие открытия маленьким читателям» разделил с Уссурийской федерацией спортивного пейнтбола.